Ребята, всем привет! А сегодня у нас игра, которая называется, как бы не соврать, Parking Tycoon Business Simulator. То есть симулятор парковки бизнес... Погнали! Разработчик мне прислал, говорит, поиграйте, пожалуйста. Очень люблю ваш канал, вам понравится. Я такая... Погнали! Ой, как красиво-то. В нашем городе всегда была проблема с местами, где можно ставить машину, не заплатив штраф. Я собираюсь решить эту проблему и заодно заработать немного денег. Так. Сначала мне нужно приобрести участок, пригодный для нанесения разметки. Так, секундос. За мной текст. У меня есть два варианта, да? Есть два гендера. Так, давай тогда сюда. Давай сюда. За мной инфо. Так, репутация минус 82. А как? Доступ к компьютеру в офисе. А где? А, вон офис. Взять Ж. Так, у меня есть компьютер, я тут сплю, кстати. Ох ты ж, божечки, у меня есть полки. Купить бетонное основание для первой парковки. Оно? А, все. Все? Нет? Opened. А, вот это, Ground Concrete. Все. Отлично, теперь я могу купить пару банок краски и нанести на нее разметку. Давай, давай, одну или несколько белых красок. Белых красок купить. Ордер. Нужно дождаться курьера и разгрузить товар. Давай. Trash will significantly diminish the reputation of my parking. Репутацию моей парковки. Я должен содержать ее в чистоте. А как? Как собирать? Ой, ой. Взять. Вот прям настолько. Это я убираю мусор? Блин, я заколебусь. Как будто бы. Но выглядит очень симпотно. Мне не нравится, что чтобы взять, нужно зажимать. Так, разгрузить доставленный товар. Delivery arrived. Сейчас, подожди, я чуть-чуть разгружусь. У меня репутация-то улучшает. А, вон улучшается, смотри, я когда беру в руку, уже сразу улучшается. Люди там какие-то ходят. Что-то у них у всех нет машин. Кто у меня будет парковаться? Сити. Так, а у вас что за экскурсия, или они идут гуськом? Так, delivery. А куда delivery arrived? Куда, интересно, delivery arrived? В офис ко мне? Не докинула. А, подожди, вот цемент же, вот цемент написано, цемент, да? Или нет? Куда delivery приехала? Может, в офис? Здрасте. Чуть старушку там не шибло. Так, разгрузить товар. Я найду доставленный товар на полках склада. Вот здесь открыть хранилище. Так, краска. Переместить. Выйти. Press Q to run round menu. Окей. I need to apply paint and create a parking slot. Мне нужно снять краску, чтобы создать место для парковки. Давай, нанесем краской. Несколько парковочных мест. Так, краска. Пульверизатор? Подожди, это пистолет? Это пистолет? Я думала, это пистолет с краской.
краска использовать. Во, красиво. All right. We're waiting for our first clients. А, все, что ли? Так давай я еще нарисую. А, это одна краска на одно место? О май гад. Это будет надолго. А мусорка у меня одна. А, нельзя кого-нибудь нанять, чтобы он все убирал? Ну, потому что это очень долго. Я буду все, знаете, этими перекидками делать. Вот так. А потом оттуда носить. Это называется оптимизация рабочего времени и пространства, кстати, тоже. Here come the first clients. Вот и первые клиенты. Я могу получить деньги, когда клиент будет выезжать обратно. Хорошо. Я сейчас занята, я выкидываю. Слышь, слышь, ты чё тут устроил? Ты кто такой, панк? Чё у тебя тут? Hey, get the hell out of here. Понял, блин. Вот, блин, люди. Только открылась парковка. Ой, ну чел там на богатой тачке-то паркуется. Вы не обращайте внимания, что у нас пока что всего одно место на парковке. Ничего страшного. Это как бы, ну, у всех такое бывает. Все с чего-то начинают. Очень какой-то мужик серьезный. Серьезный мужчина. Так, это мне тоже все надо повыкидывать. Так, тут мечи. Но мечи, я думаю, не на... Ой. Блин, она еще и катится. А если она укатится нафиг с моей парковки, это уже моя проблема или нет? Ну, буду убираться пока что. А он не уедет без оплаты, случайно? Нифига себе, вот это я киданула. Мне бы какой-нибудь этот вывоз мусора заказать. Или пока мне не предлагают, то и не надо. Мы пока просто учимся. Ай. Но если за пределы парковки выпало, то уже не мое, не так ли? Ладно, как уж и быть. А, ну еще и упала все-таки на мою территорию. Ладно. А когда он будет уезжать? Он же, наверное, на рабочий день весь приехал. Сейчас только 4 часа. Он еще 2 часа будет тусить тут, да? А если вверх поднять камеру, дальше кидается? Нет. Ладно. У меня репутация уже пошла вообще в гору. Так, блин. По хребтине, блин, тебе. У меня тут не то, что прям супер чисто, но как бы давай мне еще тут это рисовать тут. Так, ну он не уезжает никуда, он стоит. Мы пока тупо убираем мусор. Симулятор уборки мусора с парковки. Может мне купить еще красочки и долбануть второе парковочное место? А это место для человека, который будет... О, он идет! Он идет обратно. Место для человека, который будет взимать плату? На стульчике, да? Ну, ай, чё б нет. Все, сейчас он будет выезжать. Нормально. Бизнес пошел. Сейчас главное деньги с него стрясти. $47.
Неплохо было бы облагородить территорию. Это повысит репутацию, увеличит стоимость парковочного места. Давай. Три элемента декора на зеленую зону поставить. Сейчас сделаем. Давай. Это через компьютер? Так, мне нужны элементы декора. Decorations, да? Так, есть кустики. Давайте вот эти туи купим. О, шлагбаум, класс. А это почему не могу заказать? Потому что доставка уже едет, да? Ну ладно. Так, а он тут что, бутылку что ли кинул? Ага, сквозь него пролетает. Hey, get the hell out of here. Чел, блин, тут попарковался еще. О, еще один клиент. Красиво. Так, шины. Это прям колеса, они с дисками. Delivery arrived. Сейчас приму, подожди. Ай. Почти. Сейчас иду. Два мусора еще каких-то осталось. Непонятно только каких. Так, разгрузить, открыть хранилище, это все переместить, три штуки, выйти. Так, на зеленую зону. А что тут зеленая зона? А, вот это, наверное, да, зеленая зона? Так, туя поставить. Опа-на. The higher the reputation, the more advanced things I can buy. Чем выше репутация, тем более продвинутые вещи я могу купить. Достигнуть второго уровня репутации. А как очистить? Взять. И сюда, да? Все сюда. Можно мне вывоз мусора заказать? Я, во-первых, бы купила бы еще краски. Да давай две. Че мелочиться? Так, шлагбаум. Офис лэмп, food and drinks. Очень дорого food and drinks. Работники, ну естественно, должны быть работники. Трэш ремув за $150. Ну давай. Давай вот это купим. Это можно купить? А, это нельзя купить, надо два репутации иметь. Пусть приезжает, забирает мусор. Так, а мне поспать бы, наверное, да? Или мне сначала... У меня есть фонарик какой-нибудь? Есть фонарик. А где еще мусор-то? У меня написано, вон, два мусора еще есть. Я не могу понять, где мои два мусора. Почему у меня мусорка светится? Так, нарисовал все-таки что-то, скотина. Это выйти. Граффити, блин. Минус 50. Да в смысле? А как мне достичь второго уровня репутации? Так, мусорка приехала, забрала, все, хорошо. Я когда получаю, вот, типа, денежки, это поднимает мне репутацию? Что-то, по-моему, она опустилась. Пойдемте спать. Можно поспать? Или я не сплю? Это что? Это мусор собирать. Граффити. Так, бутылку вижу.
А, можно было все собирать в пакеты. Вон, а как? Так, а как мне теперь? Мне же отмыть надо как-то. Можно еще купить елок? Десять штук закажу. Как мне теперь закрашивать граффити? У меня есть что-то для этого? Убрать граффити. Это с помощью пистолета я это делаю? Или я просто это как-то, ну... Да в смысле? Опять мусор? Кто бросает мусор на мою парковку? Очень долго граффити убирается. Жесть. Так, сейчас попробуем в пакет собрать. Ага, да, собирается в пакет. Не, ну вот, смотри, нормально уже. Репутейшн пошел. Delivery arrived. Пойдем елку ставить. Так, елки. Переместить. Несу 10 килограмм елок, кстати. Опять граффити? Невыносимо просто. Так, елки. Поставить. Больше елок. Богу елок. Очень красиво. Так, кто кидает мусор тут? Признавайтесь. Ой. Сейчас бы кинула, блин, в стекло б тебе. Нету, граффити просто само по себе убирается. Почему я не могу поспать? Или я типа парковщик, я не сплю? Парковщики не спят. Ну вон репутация, смотри, уже пошла. Нужны еще елки. Спать я все так же не могу. Нам нужны еще елки. Я сейчас потрачу все деньги на елки. Так, эти стоят пока что, да? Хорошо. Мне нужен охранник, который будет вот этих чуваков гонять. А это что за бедолага-футболист? Ты выпил, что ли? Отмечали, да, победу? Плеер. А-а-а. Классная фамилия. Так, где доставка-то моя? Вон, ах ты ж, блин, иди сюда. Иди сюда, сейчас тебя втащу. А он убегает куда-то нафиг. Да ладно. Так, это моя доставка? Это мои елки. Годится. Почему нельзя переместить все? Кнопочку добавить. Так, уезжает чувак. Я только отвлекусь. Только отвлекусь. Чуть-чуть. Все. Я надеюсь, тут будут какие-то скиллы, чтобы ускорить уборку граффити. А чё все уехали? Подожди, а заплатить? Я правильно понимаю, что я осталась без оплаты двух машин? Такое ощущение, что да. Зато у меня ёлки. Вот это утро внезапно наступило, да?
Так, у меня с той стороны тоже, тут тоже есть зеленые зоны, да? Здесь можно красивые кусты вот эти с цветочками посадить. Давай. Так. Магазин Decorations. Вот эти, например, да? Тоже 10 закажу. Так, мусор кто-то скинул. На такой тачке ездишь, блин? Могла бы не кидать уж мусор. Это мусор или что? Где мусор? Сюда мне кто, блин, что кидает? Так, ну нормально, нормально, все паркуются. Граффити мне только вот здесь рисуют, я так понимаю. Сейчас мы достигнем сначала второго уровня репутации. А потом будем, если что, там уже это... облагораживать. Так, не сбивайте меня. Избивайте меня, я бизнесмен. Hey, get the hell out of here. Так будет с каждым. Так, пусты. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Здесь, соответственно, раз, два, три. 4, 5. Ну, красота. А если я куплю шлагбаум, кстати, это улучшит ли? Не-не-не, подожди. Красоту моего вот этого всего. А, плюс 10 тут еще. И это плюс 10. Ладно. Всю свою вообще, все свои финансы положу на эту парковку. Зато вон кусты какие красивые. И туи почти до конца там. Плюс-минус. Красиво же. Делегация опять идет куда-то. Едет, едет моя доставочка. Паркинг 24 на 7. Непонятно, просто зачем мне кровать, если я не сплю. Мне какой-нибудь, может, скрин на парковку? Типа. Вот тачки мои стоят. Но там некрасивые, там вот до этого стали красивые. Там прям была красная, какая-то желтая и синяя. Так. Загружай! Точнее, разгружай! Так, две пачки краски, у меня и шлагбаум. А где мне ставить шлагбаум? А-а-а. Так будет с каждым, теперь, блин, фиг уедете, пока не заплатите. Все, проезжайте. Или мне открыть ему надо? Hey, get the hell out of here. Все, они теперь не могут уехать, пока я у них деньги не возьму, да? Это справедливо. Так, здесь еще, да, сейчас нарисуем тогда парковочку. Раз. И два. И у нас репутейшн. Все еще не хватает. Пожалуйста. А растет ли репутейшн по мере того, как я обслуживаю все больше клиентов? Просто интересно. А, я думала, чел заехал на парковку, все, и уезжает нафиг от Седова. Они сразу выходят и мусорят. Как будто у них такая задача стоит.
Ну вот смотри, сейчас у нас репутация 174. Я могу в целом еще купить себе на 3 парковочных места, но тогда у меня закончатся все мои деньги. С другой стороны, а что их копить? Да? Тем более у меня вон бизнес попер. Ну давай, ладно. Все сливаю. Мне охранник нужен, который будет отгонять этих самых пацанов, графитчиков. Все нормально. Вот это бизнес уже. Вот это да. Вот это уже... Это уже нифига себе. Вон еще один едет. Все правильно. Так, бежит, бежит, смотри. Смотри, бежит. Ко мне? Нет, не ко мне, ну ладно. Футболист-плеер, все это, никак не может в себя прийти. Так, delivery arrived. Это у меня? Что за звук? Так, блин. Hey, get the hell out of here. Нифига себе, они еще у машин колеса воруют. Да я в шоке. Так, 182, 192. Great. Все. Теперь я знаю основу этого бизнеса. Пора готовить мешки с деньгами. Заработать 10 тысяч. Что, 10 тысяч? А на чем я буду зарабатывать 10 тысяч? В смысле 10 тысяч? Как 10 тысяч? У меня 80. Так, о чем я тут открылась? Ага. Спасибо большое. Так, что тут? Что я еще могу купить себе? Паркинг лимитер. Будет повышать красоту, да? Здесь я могу видеокамеру купить. Забор, кстати, уровень 1. А давай куплю один забор. Просто посмотрим, что это такое. Что за забор? Куда он ставится? Мусор, блин. Уборщица нужна. Деньги собирать, конечно, вручную не очень приятно. Где тут мусор? Кто намусорил? Delivery arrived. Хорошо. Мусор не могу найти. Ну, ладно. Так, давай смотреть. Hey, get the hell out of here. Интересно, она может меня выломать шлагбаум, если я очень долго буду ходить? Так, у меня этот самый забор. Куда он стоит? Ага, все, поняла. Это чтобы ко мне не заходили всякие, да? Блин, но если я буду тратить деньги на забор,
Я так 10 тысяч не заработаю. Мне лучше потратить деньги вот на парковку, чтобы у меня вся парковка была, да? То есть у меня тут вот раз, два, ну дофига еще. Тут еще дофига, еще и за мусор меня ругают, блин. Ну, забор начал как бы, да, вырисовываться, скажем так. Что там еще? Лэндпот. Стритлэмп 500 стоит. А, паркинг-лимитер еще и повышает стоимость парковки. Что, давай купим. Посмотрим сейчас. Посмотрим сейчас, как он будет, что, увеличивать. Так, тут у нас оранжево-красные машины в ассортименте, да? Ну, поначалу тяжеловато одному всем этим заниматься. Ща приду, ща. Хорошо. Отдавай деньги. О, 51. Отлично. А Кристанска? Отлично. Я так понимаю, что когда у нас будет забор по периметру, к нам не смогут заходить вот эти чуваки рандомные, забегать. Плюс у нас же будет охранник. Hey, get the hell out of here. $56 уже за парковку. Еще пока ничего не сделала, а уже пожалуйста. Так, еще одного. Да, сэр, пожалуйста, сэр. Всего хорошего, сэр. 58. В глазах растет просто ценность моей парковки. Но, к сожалению, очень не быстро. Так, ограничители поставить. Раз, два. Все, теперь эти чуваки... Вот сейчас ты заплатишь, кстати, гораздо больше за парковочное место. Не повезло тебе, братан. Блин, я не могу через кусты ходить. У тебя теперь лакшери место. Вот, 69, правильно. Нечего тут. До свидания. Но я думаю, что, наверное, лучше сначала все-таки парковочные места. А этот 49. А что так мало? А, наверное, еще зависит от того, сколько они тут стоят. А. Наверное, да. Наверное, да. Я думаю, что сейчас пока надо вкладываться вот... в облагораживание, так сказать, своей парковки. И в ее расширение. Нет, нет, вы не выйдете, пока не заплатите мне $47. Вот, теперь проезжайте. Мусор сейчас пособираю. Что, не видно, правда? Фонарь вырубается. Сейчас. Ага. Delivery is here. Да, лампы не хватает. Но лампа стоит 500, по-моему, если я ничего не путаю. Поэтому дороговато. Ну, давайте следующую купим. Почему бы нет?
Здесь же тоже, наверное, какие-то будут, ну, типа, колонны там, да? Ой, извините, извините, пожалуйста, паркуйтесь, пожалуйста, пожалуйста. Граффити, блин! Чёрт подери. Рисовали бы еще что-нибудь хорошее. Руки какие-то намуливал, блин. Кому они нужны? 16 мусор. Так много. Так, кто тут еще намусорил? Ай, не сбивайте меня, пожалуйста. Я тут работаю. Если не я, кто будет следить, чтобы у вас тут колеса не скрутили? Приезжайте к нам еще. Сейчас будем копить на лампу. Накопим на лампу. Станем прям продвинутой парковкой. Блин, опять мусор. Я не знаю, есть ли смысл прям уж так за мусором этим следить, насколько это сильно понижает наш... А, тут еще то, что они вокруг декора стоят. А, да ты че, вот типа вот здесь вот с елками предпочтительнее, чтобы они рядом стояли. Эвана как. То есть нам вообще в идеале надо было сначала вот здесь вот все засаживать, чтобы они рядом с елками стояли, и чтобы у них вот эти бампера были, да? И здесь такие самые богатые места бы были. А там елок нет, поэтому они платят меньше. О, все, я поняла. Я примерно поняла. В общем, те, которые вот здесь вот паркуются, этих мы любим, чуваков. Те, которые там паркуются, это нищеброды. Так, женщина уезжает. Женщина молодец, правильно запарковалась, но лучше бы сюда, потому что здесь, видишь, вон ограничитель есть. А если я сейчас ограничитель я возьму и сюда переставлю, она будет больше платить? Hey, get the hell out of here. Ну, любите. Так, у нас там очередь уже, да, образовалась? Сейчас, ребят, сейчас всех выпущу. Секундочку, не ломайте мне только ничего. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Нас тебя нельзя взять, да? Ну подожди, не сигналь, блин. Господи, 4 часа утра, ну что ты сигналишь? Так, все, мы накопили, да, на этот самый... На фонар. Сейчас вот чувака выпустим еще. Пойдем купим фонар. Пожалуйста. Блин, заработать 10 тысяч это типа начало. Ну, то есть это базовый квест, который предлагает игра. О, ты такой, ну, цыгань. Не просто все. В этой игре. Что поделать? Я бортик могу еще один много, да. Delivery arrived под утро с моим фонарем. С уличной лампой, точнее, когда она уже особо и не нужна, но
Мы хотели на нее накопить. Мы ее получили. Hey, get the hell out of here. Я прямо его на подлете выловила. Пожалуйста, сэр, пожалуйста. Так, Street Lamp. О, на заезде. Ну, на выезде поставим пока что. Да? На выезде поставим. Вот, и я думаю, что в целом можем на этом, наверное, на сегодня и закончить. Такая вот игра. Выглядит, кстати, очень прилично. Гринд, ну, немножко напрягает, потому что, конечно, 10 тысяч заработать на парковке, где платят по 50 баксов, это нетривиальная задачка. Я бы сделала бы, ну, хотя бы первые квесты попроще. А так мне пока все нравится, на самом деле. Я бы даже вернулась сюда как минимум еще на разок, просто чтобы посмотреть, что еще тут можно купить. Вот, так что такие дела. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся, надеюсь, в следующей серии. Всем пока-пока.